Центральной избирательной комиссии армянского народа, является Ильхам Алиев. Он дал нам еще один шанс. Он поставил перед нами выбор. Как сообщает Ахар Ас, такое мнение высказал известный армянский политик Ваги Аванесян в эфире программы «Обзор». В Армении начались выборы. Так решил Ильхам Алиев. И по сути он наш единственный центральный исполнительный комитет. Он задался двумя вопросами в нашем национальном избирательном бюллетене. Первое. Вы хотите существовать как государство? Второе. Армения – адекватная республика или кочевой народ? Судьба 3 миллионов человек находится в руках одного Ильхама Алиева. И не только 3 миллионов, но и всего будущего поколения армянского народа. Лжи больше нет. Мы должны принять эту реальность. Мы либо живем, либо существуем как кочевники. Сказал армянский политик Ваги Аванесян. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.